В знак глубокого уважения к Альгердусу Греймасу и благодарности организаторам в название моего доклада вынесена литовская пословица, ставшая знаменитой в мире благодаря повести Просперы Мериме. Я цитирую ее в том виде, в каком она приведена у Григоса и Самаляускаса. Но я русист, и темой будут факты русской поэтической традиции. В кратком представлении теоретического контекста начну с асимметрии языкового знака в том понимании, которое было задано Карцевским и частично уточнено Скаличкой. Несколько упрощая и огрубляя, можно сказать, что основу асимметрии составляют двоякие вилки между означающим и означаемым, между планом выражения и планом содержания. Вилка одного типа дает амонимию, если различия таковы, что нужно говорить о разных знаках, или полисемию, если различия в значении не выходят за пределы одного знака. Другой тип расхождения в выражении дает синонимию, если нужно говорить о разных знаках. А для четвертого типа, когда при различии в выражении мы не выходим за пределы одного знака, кажется, нет общепринятого названия. Это варьирование формы типа ноль и нуль, рождение и рождение, и, может быть, колледж и коллеж. Забегая вперед, олива и маслина – синонимы, а маслина и маслина – варьирование формы. Маслина – частое ударение у русских поэтов XVIII века, но бывало и маслина. Я однажды заинтересовался, что же подсказывает словарь Академии Российской. А ничего, он единственный раз на десятки страниц вверх и вниз именно в этом месте забывает поставить на этом слове надстрочный знак ударения. Асимметрия знака чрезвычайно характерна для языкового центра, для глаголов, базовых прилагательных, служебных слов и так далее. Иначе она ведет себя в области терминологии и вообще в тех обозначениях реалий, которые, как было многократно отмечено, являются фактически именами вещей и веществ и обладают значениями не столько языковыми, сколько энциклопедическими. Об этом много писали англоамериканские логики. В самом начале своего проекта внимание к этому привлекла Вишбицка. К таким именам реалий принадлежат названия растений, животных, минералов, специальных веществ и подобных субстанций, кушаний, напитков, пряностей, благовоний, пигментов, реактивов. На грани обозначения реалий и собственных имен многие элементы астрономической терминологии. Иногда асимметрии в терминологии обозначения реалий признают нежелательными. С другой стороны, они могут быть связаны с различными фреймами, например, с разными концепциями, в которых именуются различно. Это показывает, что за тождеством экстенсионала может в терминологических синонимиях может стоять расхождение интенсионалов, или, иначе говоря, за тождеством донататов различие десигнатов. Почти всегда синонимия возникает как конкуренция обозначений с разными этимологическими локусами. Внутрияязыковая миграция слов между терминологическими подсистемами, общенародным языком, жаргонными диалектами, межязыковыми пограничьями и поэтической традицией приводит к тому, что в одной и той же подсистеме то и дело появляются обозначения конкуренты. Синонимические обозначения реалий в поэзии вербуются также из различных подсистем, и определенный ореол, термин стиховедов, или аура, синоним, введенный покойной Татьяной Михайловной Николаевой в ономастику, связаны с происхождением обозначения и сохраняются за ним почти всегда. Оно так и остается хотя бы в ослабленном виде словом либо с народными, либо с библейско-церковно-славянскими, античными, западноевропейскими, восточными, экзотическими ассоциациями. Напоследок необходимо отметить особую роль предметных обозначений, особую связь предметных обозначений с областью межтекстовых взаимодействий. Именно именам реалий свойственно выстраивать вокруг себя традицию вхождения в поэтические произведения, текст в специальном понимании Владимира Николаевича Топорова и его последователей. Примеры выявления таких традиций, складывающихся вокруг обозначения одной реалии, достаточно многочисленны, чтобы сформулировать тенденцию. Текст Розова академика Алексеева, Сирени Александра Александровича Белоусова, Стрекозы у Федора Борисовича Успенского и так далее. Перехожу к более конкретному. Иногда в поэтических и родственных им текстах синонимические названия реалий стекаются в одном контексте, особенно если текст к этому свойственен, но с другими синонимическими рядами там это случается тоже, причем обычно значительно чаще. «Един зверь, рекомый аркуда, еже сказается медведь», пишет Епифаний Премудрый. И у него же «паучно-точное придение, окините мизгиревых тенет». Паук, мизгирь. Пусть эти два примера будут омажами двум сегодняшним уже прозвучавшим докладам.
«Да инчи, да жемчуг», перечисляет Афанасий Никитин в тексте «На грани поэтической традиции». У него такие дублеты и триплеты часты, например, в перечислении драгоценных камней и пряностей. Может быть, иногда это связано с развлечением разборов сортов, в принципе, однородного товара, но, видимо, не всегда. Иногда трудно отказаться от гипотезы, что стечение синонимов может быть результатом невнимательности или некомпетентности автора. Первый пример на хендаутах. Подражая пушкинским подражаниям Корану, второстепенный поэт столетней давности Дмитрий Стахеев пишет: «Кто горд, внушает бедным страх, пред сиром чванится кичливо, и сохнет все в его садах, инжир, и финик, и олива, и где смоковница растет, и зреет сочный плод банана, песок пустыни там падет, безводный путь для каравана». Инжир, конечно, заменил пушкинский верный оригиналу и хлеб, и финика, и оливу, добавив колориту восточного. Смоковница, видимо, подкрепляет колорит условно библейский. Но использует ли их автор вместе в одном контексте как изысканную синонимию, или это получается невольно, сказать трудно. Возможно, распределение синонимов или близких обозначений в пределах большого текста. Бобров в Херсониде свободно чередует шелковицу и тут, тополь и раину. Во втором случае могут быть сомнения в полной синонимичности, но синонимию шелковицы и тута Бобров явно осознает. В случае тута и инжира, шелковицы и смоковницы, можно увидеть два главных в обозначениях растений ресурса для разведения синонимов, как образующих разные концепты, десигнаты, интенсионалы. Локус происхождения и культурно-языковые ассоциации, с одной стороны, грамматический род, с другой стороны. Именно опираясь на них, поэтическая традиция предпочитает частично разводить синонимы. Циана – название, встречающееся у Жуковского, где восходит к Шиллеру, Щербина, Алексея Константиновича Толстого, Вячеслава Иванова – это античная и женская ипостась Василька. Евразийские платаны и чинары – это одно и то же дерево, но в русской поэзии платаны почти всегда растут к западу от Крыма, а чинары – к востоку. Крым, как и в других случаях, нейтрализует Грецию и Восток. Только Гумилев находит в Леванте южнее платаны. До Лермонтова чинар в соответствии с ирано-тюркским этимоном заканчивается на согласный и является в русском языке словом мужского рода. Но Лермонтову понадобилась южная или восточная юная красавица, и чинара феминизировалась. Сначала и практически сразу, как показывают данные поэтического подкорпуса НКРЯ, подчинялась поэзия, потом проза, затем узус. Словари и тексты авторов, соприкасающихся с языками, где живет оригинальное название, держатся дольше всего. Весь 20 век в словарях первой формы идет чинар. Названная в честь немецко-русского ботаника Георгина русское название, а далее европейский для русского языка экзотизм. Там победило это обозначение. Подобно тому, как чинара дополнительно расходится с платаном по роду, может быть, в этом причина того, что женский род побеждает, георгина, уходя далее, расподобляясь далее, становится георгином. Впервые кажется, опять-таки, второстепенного будущего в конце XIX века после долгой нейтрализации во множественном числе. Георгины – это может быть и от мужского, и от женского рода. И, вероятно, под влиянием ассоциации, эксплицированной со временем Цветаевой, Георгин, Георгий. Библизм и церковнославянизм всегда вносят свой вклад. Крин, библейская церковнославянская лилия, и при этом лилия мужского рода, и отличная одическая рифма к Екатерине. Шипок, недавно прекрасно проанализированный Сеченавой, не только бутон розы и кузен шиповника этимологический, но иногда и сама роза, опять-таки, архаичная и маскулинная. Русско-церковнославянские синонимии дополняются синонимиями внутри какой-либо из этих подсистем. В церковнославянском только «смирно», в синодальном русском «смирно» и «мирра» поровну. В русском только «корица», в славянском «корица» и «кинномон» через раз, причем «кинномон» с разными написаниями. Варьирует род и звуковая форма «алой» и «алоэ». За одним названием могут скрываться две сущности. По очень правдоподобному предположению, алоэ может быть либо ароматической древесиной для курения, либо составной частью мази или бальзама, в таком случае не имеющей, собственно, благовонного смысла. В целом славянскому «ливану» соответствуют поровну русские «ливан» и «ладан». В славянском могут быть и другие маргиналии на месте соответствующего греческого или латинского.
Ливан – омонимичное название местности. И когда Родчев в переложении «Песни песней» пишет «Она, как сладкий дух», там есть цитата на хендауте, «Она, как сладкий дух, кадила, объяла Смирну и Ливан» с двух прописных букв, то по оригиналу библейскому понятно, что это благовоние и только, но двойной топонимический подтекст, ну, так сказать, недалеко до Смирны и Ливана, ощущается. А когда Державин, следующий пример, пишет «Ливан по кедрам блещет на листьях липы мед», вообще все не вполне ясно. Очевидно, все-таки Ливан ассоциируется с кедрами по кедрам ливанским, но в данном случае это слово, видимо, обозначает кедровую смолу, свободно уподобляемую ладану. Предположить, что там имеется в виду местная страна Ливан, столкнуться с гораздо большими трудностями. А вот что за весенний мед на листьях лип, я действительно не вполне понимаю. Благовонное масло миро, мюро, путается с благовонием миррой. В переложении той же «Песни песней» Пушкин, как уверяют текстологи, в рукописи все же пишет «слаще мира и вина» с одним «р» в соответствии с оригиналом, явно имея в виду «миру масло», но публикуют с первого же раза с двумя «р», так что появляется гибридная форма «слаще мира и вина», вот у этого «мира» род, как у масла мира, мужской или средний, но, очевидно, средний, но женский не может быть, а удвоенное «р», как у мирры, значение неясное, гибридное такое, этот факт пытается обойти слова языка Пушкина. Похожий, но несколько иной случай смешения мира и мирры в переложении «Апокалипсиса» Жуковским. Там, в общем, фактически получается именно мирра, хотя мирра, благовоние, хотя в оригинале называется миру, масло. В случаях обозначения животных род по понятным причинам уже не может играть такую роль, как в случае растений. Он либо отходит на второй план, или использует другие возможности. Но значение локуса происхождения имени тем больше. На место мифопоэтических, антично-средневековых представлений о животных, прекрасно исследованных по данным шестодневов, физиологов славянских и родственных им и других подобных источников Ольги Вячеславовны Беловой, приходит мифология просвещенческой и постпросвещенческой эпохи, иногда не менее впечатляющая, чем прежняя. В России одной из ее кульминаций становится словарь Левшина, удостоившегося упоминания в Евгении Онегине Пушкина. Мария Михайловна Пироговская называет его словаря «главный французский источник», но в данном случае важнее, что словарь стягивает очень многие легенды французских травелогов и лексикографии XVIII века, чьи источники удается проследить, известный аббат Прево среди самых частых. И вот в этом мире кондор с размахом крыльев в 9 метров утаскивает наверхи гор быков. Тигр Йенгри, имя восходит к одному из обозначений леопарда Ингве в банту языках, не нападает на белых людей, а только на негров. В Северной Америке наряду с лосем Моозом живет, как две капли воды, похожий на него Мосс, зверь-призрак, результат описки, которую можно практически проследить от источника до стыдливого ее иссякания в более поздних текстах. Бабуины нападают и насилуют женщин, отчего лексикограф видит в них источник мифов о сатирах. А у рыбы Аксолоти из Мексиканского озера есть матка и бывают месячные очищения. Эту компанию возглавляет крак, ужасный гигантский моллюск или краб северных морей, предок Тулху, в чем существование лексикограф выражает осторожное сомнение. Стоит учитывать, что именно в таких контекстах некоторым новооткрываемым или заново осмысляемым животным присваиваются имена, уже занятые в традициях геральдической, мифологической, демонологической и так далее. Именно сейчас, пожалуй, уместнее всего сказать, что описываемая особенность поэтической традиции находит неслучайную параллель в архаическом мифопоэтическом словесном искусстве, например, в поэтической речи индоевропейцев. Об этой ее особенности не раз писали все исследователи индоевропейской поэтики, Воткинс, Шмидт, Топоров, другие. Язык богов или язык птиц, долгие синонимические ряды знания мы отчасти эзотерическим, которых гордится древний индоевропейский поэт, все это продолжает жить в таких традициях, как санскритская или скальдическая, и находит типологические параллели, например, на Исламском Востоке. Из мифологии и геральдики приходит в зоологию пантера, и она долго еще живет в преднаучной зоологии античной и средневековой. Пожалуй, более простой аспект ее досье, если употреблять словцо Дюмезиля, акклиматизированное у нас Татьяной Владимировной Цивьян, связан с окрасом. Так
для нашего современника пантера, как наименование животного, это почти всегда черноокрашенная особь леопарда. Так что синонимия с леопардом лишь частичная, собственно, зоологическая, но не языковая. Между тем, есть основания предполагать, что не только в русском, но и в других языках черная пантера поначалу была аналитическим обозначением, и только потом пантера заняла нишу вот этого черноокрашенного леопарда. На протяжении всего 20 века словари определяют пантеру как животное пятнистое, фактически не всегда уверенно и определенно, как того же леопарда. И это подтверждается поэтическими текстами. «Меха пантер», «Мне нравились их пятна» в «Пятистопных ямбах» Гумилева, или фрагмент из «Лунарии» Волошина. «Глаза у кошек, пятна у пантер становятся длиннее и крылатей». Этот фрагмент явно восходит к Соломбо Флабера, хотя, может быть, у Соломбо есть еще и более отдаленный источник, там французская цитата приведена. Другие темы лунного описания Волошина, которые восходят к молитве, обращенной героиней романа к Луне, это «Бродящее вино», «Власть над водами», «Луна как жемчужина» и так далее. Нужно сказать, что языковое и поэтическое поле крупных кошек, пожалуй, во всей зоологии наиболее размыто. По-видимому, еще с древнегреческого и латыни идет традиция объединять в обозначении тигр и огромную полосатую кошку Азии и разных среднего размера пятнистых кошек Передней Азии и Африки. Так что, встречаясь с именем тигр в старых текстах, нужно быть начеку. А Мишелем Пастуро описана негативизация медведя, которую проводили европейские средневековые авторы, чтобы подчинить доминирующего зверя севера льву, заявленному как главный зверь в античных и библейских источниках. Но, по-видимому, такая же негативизация восточного азиатского тигра, который, дескать, свирепее, но слабее льва, во многом опиралась именно вот на это смешение с более мелкими собратьями. Это относится и к распространенному в русской традиции синонимическому обозначению тигра «бабр». Его любил Хлебников, считая исконным, но оно, иронизм, пришло из тюркских языков и тоже может обозначать как тигра, так и других кошек. Барс кавказских текстов – это зоологический леопард, а сам снежный барс Ирбис живет намного восточнее. Пард, давший имя леопарду, это или гепард, или барс, или рысь, и даже может быть сам леопард, хотя название леопарда – следствие старой легенды о звере-бастарде, происходящем от льва и бардессы, или парда и львицы. В XVIII веке, судя по текстам, в это еще верили. Он полутезка камела-барда, бастарда пятнистой кошки и верблюда, синонима жирафа или жирафы, еще одно варьирование по роду. Лютый зверь древнерусских текстов, о котором много было споров, хорошо вписывается в это поле естественно-исторической и концептуальной неопределенности кошек среднего и большого размера. Более сложный случай – тождество, полное или частичное название пантеры с именем того человека, о котором много писали, спорят талмудические и раннехристианские авторы. Но этого здесь касаться не стоит. Хотя важно помнить, что в мифопоэтической традиции этот сюжет отзывается. Например, у того же Волошина и в том же уже процитированном венке сонетов «Лунария», что создает важную внутритекстовую связь. Подобная же судьба у бегемота. Известно на листке игровое примечание Корнея Чуковского о нетождестве бегемота и гиппопотама. Некоторые думают, будто гиппопотам и бегемот одно и то же. Это неверно. Бегемот – аптекарь, а гиппопотам – царь. Это из крокодила. Не царь, а принц. Царь. Давайте проверим, но я же не… Я человек ленивый, я не буквами набивал, я скопипастил. Артюр Рембо в «Пьяном корабле» едва ли мог употребить номинацию «гиппопотам», только «бегемот». Следующая цитата. «Упоминаемое им существо, возможно, вообще не гиппопотам, не бегемот, может, даже не животное как таковое. В любом случае, это библейский бегемот из книги Иова, 40:10-19. Вот бегемот, которого я создал, это верх путей Божьих, что подтверждается тем, что в этом же стихотворении упоминается тут же другое чудовище из этой же главы «Левиафан», где весь Левиафан сгнивает в тростники в одном из переводов. Но для современника Рембо, Теофиля Готье, библейские ассоциации бегемота не нужны, а греческая по внутренней форме ученая и столь же экзотическая номинация гиппопотам подходит вполне, несмотря на то, что на самом деле, по-видимому, некоторые части его описания ясно спроецированы на описание бегемота из книги Иова.
перевод Гумилева, соответствующий следующий фрагмент. Тему гиппопотама подхватывает у Готье Эллиот, и это все, конечно, через переводы и реминисценции влияет и на русскую поэтическую традицию. Любопытно, что при переводе «Сна невольника» Лонгфелло Майков, один из русских переводчиков, использует слово «гиппопотам», а Михайлов – другой – «бегемот», при том, что в подлиннике там ни то, ни другое, а английская калька грецизма «river horse». Эти примеры, которые только часть потенциальной большой коллекции, связанной с синонимиями и в других случаях омонимиями, реалий в поэтической традиции и родственных рядах, может свидетельствовать о том, что и сама-то поэтическая традиция по многим аспектам своего устройства недалеко ушла от мифопоэтической эпохи, продолжает ее, на что, разумеется, многократно уже обращалось внимание. Но и терминология науки, сама наука, как особым образом организованный язык, тоже связана с мифопоэтическими интуициями, мифопоэтической практикой, многими достоверными и характерными связями. Спасибо. В вашей коллекции неопределенности кажется неупомянутый случай то, что леопард в некоторых контекстах значит лев, а именно в героическом. Во-вторых, тут уже производная от леопарда камелеопард довольно любопытно варьирует в переводах Гекльберри Финна. Представление герцога и короля называется в одних переводах «королевский камелеопард», в других «королевский жираф».